Всем привет! С вами Оксана, и сегодня мы слушаем незабудки. Вот, посмотрите, какую я целую кучу собрала незабудок. Это именно незабудка. Наверное, вы знаете, да, чем отличается незабудка от Брунеллы. У незабудки в серединке желтая сердцевинка. Вот, Брунелла немножечко другая, но тоже из этого же сорта. Далее попался вот такой колокольчик. Некоторую сделаю объемную сушку и сделаю плоскую сушку. Далее... Это у нас шиповник не распустившийся. Успела собрать, пока все не распустились. Ну, совсем немножечко. Вот буквально. Они очень прикольные. Ну что, приступим к сушке? Итак, я приготовила вот такой контейнер. Я не знаю, на сколько он литров. Сейчас посмотрим. 6,5 литров. И сначала я сейчас буду сушить розу в нижних слоях, а потом уложу незабудку. Там, где вертикально цветочки стоят, аккуратно засыпаем, чтобы они не попадали. Я буду отрывать вот такие маленькие кустики и укладывать лепесточками вниз. Так, попался мне колокольчик. Решила снять, показать вам кусочек розовой незабудки. Это редкие такие незабудочки. В этот раз вот они получились у меня. Случились, можно так сказать. Очень классно. Потом покажу через неделю две, когда все высохнет, как, ну, вообще, что получилось в итоге. Ну что, всем пока-пока. Рассказывайте ваши способы сушки, что у вас получается, что не получается.